Муфтия Дагестана призвал жителей республики соблюдать меры профилактики коронавируса. С обращением выступил председатель духовенства Шамиль Алиханов. Он отметил, что ситуация с COVID-19 в нашем регионе по-прежнему тяжелая, больницы переполнены. Религиозный деятель призвал выполнять требования Роспотребнадзора, а это соблюдать дистанцию, носить маски и по возможности не посещать места массового скопления людей. Специалисты характеризуют вирус как более агрессивный. В этой связи муфтият Республики Дагестан еще раз призывает всех жителей нашего региона соблюдать все меры предосторожности. Убедительная просьба – подумать о своих родных и близких, об окружающих вас людях. Подумайте о здоровье старшего поколения, которое крайне тяжело переносит эту коварную болезнь. Мы призываем вас не посещать места массового скопления людей, в том числе тазияты и торжественные мероприятия. Находясь в общественных местах, обязательно носите маску, соблюдайте социальную дистанцию. В этот тяжелый период коронавирусной инфекции призываем верующих по возможности совершать все коллективные намазы дома, не посещая культовые сооружения. Желаем всем больным скорейшего выздоровления с помощью Всевышнего. Уверены, соблюдая все рекомендации специалистов и Роспотребнадзора, мы сможем вернуться к привычной для нас жизни.